Она на секундочку появилась, иконка обновилась и исчезла. Ой. Прямо на секундочку. Прямо на секундочку. Сумка, ебали нас. Наебали. А сказали то, что обнова будет после рестарта. Опять наебали. Ну, один раз же было как-то, что она была где-то в часов 5, по-моему, времени, а у меня плюс 7 к Москве. Опа. Но они сказали, что после рестарта. Ну, такое говорит, просто мне интересно. Нам нихуя не говорят. Это все игроки слухи вводят, а мы потом сидим ждем. Да, головы свои ломаем. Рыбалка продолжается на лунке. Кайф, 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 кайф. Повезло. Походя продолжается, за нами гонится кабан. О. Заебись, больница так очистилась. Типа реально обнову не загрузили? Нас обманули? Не-не, нас обманули. Я больше всего жду новую больницу. Я надеюсь, что это будет именно больница. Ой, эту больницу обещали еще. Типа, я видел скрины, пиздатая больница. Подожди. Если уберут МЧС, это будет вообще пиздата. Эту больницу... Не, вряд ли уберут. А, эту больницу обещали еще во время ивента Сталкер. О чем нет, ты? Типа, лично как бы я сделал? Я бы сделал МЧС как отдельную фракцию. Она раньше была, а потом ее совместили. Раньше была пиздатая самая больница, короче, вот где. Ну, кто понял, тот понял. Короче, другого ЦТБ называлась центральная больница. Там, короче, блядь, как сказать. Ну, вот я где... раньше вообще не знала, кстати. Я ж после ГО пришла, я на Малиновке до этого играла. Я на Ореховке. Малиновка. И на Апельсиновке. Малиновка это хуйня. Меня там забанили, я нахуй пришла потом. Я года 3-4 уже играю на Малиновке. Какой сервер на Малиновке? Первый. Опа. На каком протяжении ты играла? Какое время? С открытия где-то год. Ё-моё. У меня аж казино было. Ой, про меня там такие слухи на первом. Про меня там такие слухи. Какой у тебя ник был? Ну, когда у человека бизнеса всегда эти слухи идут. Да там так мне жопу лизали красиво, кстати. А, что? Что, кто говорит, блядь, лагает, сука? Да никто не лагает. Все лагают. Какой у тебя никнейм был на Малиновке? Лейка. И разные фамилии. Лейка? Лейка обычно Хуинпэйнера была. Больше года. Почти год. Стой, ты застала этого, когда на ВЧ служил Иринович? Да. А, ну понятно. Я ему постоянно денег давала, сука. Ну а он в казино любил ходить. Он мне пишет в Дискорде: Лейка, блядь, привет, как дела? Слушай, займи 2 миллиона. Я такая, блядь, пиздец. О, что, X3 день оставили? Конечно. Ну, вообще-то сегодня днюха. А, сегодня же днюха, точняк. Они бы, может, вели какую-нибудь интересную хуйню, типа. Да. Типа, посадать нам. Типа, X5 день. Нет? Нет, ты чё, совсем? Ты чё? X100 не хочешь? Констант, езжай на рыбалку, кое-что покажу. Тут такое добавили. Да? Забери меня вот здесь. На грин-сервере. Я со сборки сидел. Бан. Ладно, все, я пошла в свой дискорд. Всем давай, буки-буки. Давай, пока-пока. Привет, ну Лейка. Что? Ну не уходи. Не плачь. Ну не уходи. Плачь. Ну не уходи. Плачь. Ну не уходи. Нет. Чё? Блять.
Без меня какая-то ошибка вылазит, прикинь. Ну все, сломался у тебя Амазинг. Походу комп надо перезапускать. А, можно вопрос? А обнова вышло? Нет, нет. Амазинг трехкратный чемпион пиздобольства, как всегда. Да-да-да. Херасе, ты, конечно, да, загнул. Обновы не будет. Она приняла ислам. Такие наебал!